Друзья, всем привет! Канал 1, 2, 3, 4, 5, вышел зайчик погулять. Находимся мы на территории выставки старых фотоаппаратов, кабинет старых фотоаппаратов. И хотели бы мы рассказать и показать вот такой прибор. Прибор называется КП-8М, по-моему, для контактной печати. Открываем крышку. Сюда устанавливается негатив, сюда устанавливается фотобумага, выравнивается, и чтобы равномерно падал свет, чтобы искажений не было, у нас есть вот такая латексная подушка, которая надувается. Вот здесь ниппель. Ну, в этой стороне все сделано через ниппель. Туда дую и обратно, ничего не будет. Вот система ниппель, надувается вот эта подушка. Здесь регулятор. Это регулятор освещения. Ну, надо нам просто заглянуть вовнутрь. Сейчас заглянем. Давайте посмотрим. Почему такой, такой интересный вид? Мы его только что... Сыро-сыро прям протерли водой. Это включить-выключить. Вот здесь разные рычаги управления. Смотрите. 5 патронов у нас для лампочек. Сзади хорошо видно будет. Хорошо, да. Там есть еще одно окошко. Секунду. Вот здесь матовое стекло стоит, а мест здесь 3. Вот одно, второе и третье. Смотрим мы с обратной стороны. Да, вот мы дошли. Вот здесь есть окошко. Окошко мы его сейчас откроем. Да. Вот у нас место для 5 ламп. Вот. А вот это что такое здесь? Слушай, тут даже документ, по-моему, есть. Не документ, это красный свет. Это красное освещение. Для чего это сделано? Чтобы приглушить его. Это уже сами сделали. Секунду, не закрывайте. Надя, подержите. Вот центральная лампа, она регулируется. Я пошел регулировать ее. Высота его. Да. Чтобы освещение регулировать. Вот. Центр ярче, центр меньше. Здесь мы имеем секунду. Включено-выключено. Это лампы. 5 лампочек. Да, 5 лампочек. Вот здесь у нас сеть подключается. Удобные ручки для переноски. Нет, сеть подключается здесь. Это, как я понимаю, разветвлитель. Чтобы куда-нибудь еще сеть передать. Дальше передать. Да, на другой аппарат. А что вы говорите? Ну, высокотехнологичный аппарат. Вот так вот. Высокотехнологичный аппарат советского... Для того времени, да. Все продумано, все для чего-то. Все для человека. Да. Друзья, напомню, канал 1, 2, 3, 4, 5. Вышел зайчик погулять. Еще есть вот такие вот. А это уже мастера сами использовали матовую бумагу. Это не заводской девайс. Угу. Это чтобы равномерно сделать освещение. Вот все было здесь. Да. Часть находилась вот здесь. Угу. Часть находилась вот здесь. Здесь было еще одно стекло. Вот. Его сейчас нет здесь. Вот смотрите, какая красота. Обалдеть. Или по-татарски обал. По-английски вау.